что, сегодня первый солнечный день, нет дождя, и мы идем изучать Прагу. Да, решили пройтись пешком, хотя мы живем в Праге 5, в Праге 4. В Праге 4. Да, ну на самом деле до центра идти минут 40-50. Ну, немало на самом деле, но мы хотим пройтись, посмотреть вдоль улиц, вдоль реки. Вот, ну и по дороге, конечно, все равно есть достопримечательности, которые хочется посмотреть. Вот, по-моему, нам Ты направо. Помнишь, куда нам? Да, мне тоже кажется. Мы закачали себе на iPhone. Магазин, кстати, вот. Офлайн. Да. Офлайн-карты, чтобы, если что, ориентироваться по ним. Вот. Потому что, конечно, когда дают карты Праги, они дают только центр. Вот. Изначально, когда мы бронировали отель, на самом деле мы думали, что поближе это все будет. Да, но немножко на этот раз я не просчитались с расстояниями. Сейчас в местечке, которое называется Вышеград, сели отдохнуть на скамеечку. Да, тут греет солнышко, прошли. Очень хорошо. Тепло, да, хорошо. Мы опять говорим вдвоем. В Праге мы забронировали себе квартиру на сервисе Airbnb. Забронировали ее на 5 или 6 суток. Да. Квартира нам обошлась 16 тысяч, то есть это получается примерно по 2500 в сутки. Квартира двухэтажная, на первом этаже находится кухня, зал, ну, совмещенная студия, да, а наверху спальня. Квартира, опять же, под крышей, и у нас окна, вот, получается, что только, как это назвать? Мансардные. Мансардные окна, ну, да, которые открываются вверх. Чувствуем себя Карлсонами. Ну, достаточно оригинально, конечно, ничего не могу сказать, очень нам нравится. Ну, так как-то уютно, но все-таки я немного не рассчитала, и она далековато от центра. Вот, вот мы сейчас дошли до района Вышеград, правда, мы немного похлутали, дурачки, почему-то я случайно, да. Вот, на самом деле жить в квартире очень удобно, мы вчера съездили в магазин, закупились продуктами, будем завтракать. Вкусный завтрак. Да, заметили, что цены намного ниже, чем даже чем у нас в России. Да, 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 ну, может быть, не на все, ну, не на все, понятно, да. Что мы не покупали мясо, например, сырое, там, курицу сырую, ну, такие вещи не покупали, поэтому сложно сказать. Что касаемо фруктов, овощей, там, яиц, ну, таких каких-то вещей молочных, молочка, наверное, приблизительно такая же, может, даже подешевле, а фрукты, овощи 100% дешевле. Особенно удивило пиво. Пиво самое дорогое получается 50 рублей. Это самое-самое дорогое будет. Мы говорим о чешском пиве, то есть мы не говорим об импорте, мы говорим только не, о чешском. Не, ну даже тот же самый Старопрамен, там еще что-то, стоит на наши деньги 20 рублей. Вы где видели такое пиво? Сейчас даже Жигулевское не стоит 20. Ну вот как-то он не стоит. Вот, может, зарплаты ниже, не знаю. Вот, поэтому с погодой нам сегодня, дай бог, повезло, мы очень надеемся, что все-таки... Будет солнышко, да, хоть да, немножко ну сегодня погреемся. Целый день вроде обещают солнце, вот завтра уже опять дожди, но сегодня, короче, программа максимум, все пройти, все, что только можно. Ну посмотреть, что мы сегодня центр, наверное, да, хотим да. пройти такой основной. Ну он разделен на две части, поэтому я не знаю, да, осилим да, мы две осилим части мы вторую или нет. Часть, через мост, которая, да, 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 которая непосредственно там замок этот сам, там, где тоже достаточно много времени на него уйдет. Да. Ну что ж, мы будем двигаться дальше. Все, пойдем. Прага 2, дальше там Карлов мост уже и центральная, ну то есть старая Прага, вот, вот сидим, смотрим, отдыхаем. Да, кушаем бананы. Что это за площадь? Это площадь, на которой находится Hard Rock Cafe. Да? Да, да, она только и стала известна этому кафе, потому что все сюда приходили. Ее даже назвали площадь Hard Rock Cafe. Ну, да, потом зайдем. Написано, что это самое большое кафе в Европе, ну, может быть, одно из самых больших, в нем несколько этажей. И еще оно известно тем, что там висит люстра в виде гитары. Да. Крутяк.
nedivte si, že dnes nemelem, ale sebrala nám voda poda mlejn. Teď je nám do pláče, bez práce, že nejsou poláče.